дело вот что, Ваня, подожди, секундочку еще. Мам, я тебе перезвоню чуть позже, хорошо? Чуть-чуть позже, ага. Ты Тимошу помнишь? Он лежал около тебя рядом. Я лежал, потом Иван Дробот, а потом Тимофей. А с той стороны кто лежал? После Тимофея? Да-да-да. Ну, Паша. Паша. Дело в том, что от одного человека поступило известие, когда вот, вы помнишь, тогда было, передавали там удары друг другу-то, тихомолку. Ну, толкали, один ударит, а ты передай другому, молча, вас наказали еще за это. Что, не помнишь? Помню. Помнишь. А ты к нему прикасался, к Тимофею? Нет. Тимофей там на вас наговаривает, выходит, что ты пальцем ему залазил в задний проход. Пальцем. Я лежал, потом лежал Ваня Дробот. Ну, потом короче, лежал Тимофей, потом Паша рядом, лежал. Это я узнал. Но было такое, что ты пальцем ему совал нет, в задницу? Нет. Ну как нет? Ты не помнишь совсем? Вообще нет. Ну а почему ты так задумываешься? Значит, где-то у тебя было такое? Нет. Ну ты должен четко и ясно. Вот я не делал, я могу сказать, да нет, да что, зачем это мне нужно? Это даже подумать не страшно. Дело в том, что дело очень серьезное. Он там это, если этого не было, он говорит, и отец там просто, ну, далеко идущее действие. Тебя могут допрашивать в определенных органах. Вот какое дело. Так было или не было? Я не знаю. Как может не быть... знаю? Ну это легко но запомнить, это необыкновенно. Я ничего такого не делал. Ну такого ты не делал. Ты это легко запомнишь. Это настолько необычное дело. Его нельзя никак забыть-то. Такое. Я почему с собой ты за говорю? Себя скажи, ты делаешь. Нет. Вот в этом нет вопрос. И все. Почему я разговариваю с папой? Несовершеннолетний. А мне пишут это уже, считают, у нас как-то стороны. Таких вещей как-то вроде не наблюдалось. Но, да близко понимаешь, такого, я должен сказать. Ну, я четко и ясно теперь определение скажу. Этого в лагере не было. Ваня Суховей не делал этого. Я могу так сказать? Да. Ты перед Богом это можешь сказать? Да. Перекрестись. Господи, благослови нас, чтобы никогда с нами подобного не было. Я тебя не обвиняю, я просто спрашиваю. Потому что на меня наседают, и я должен ответить. А ответить я должен, как христианин. В лагере никогда подобного ничего не было. И слышно этого не было. Мы бережем детей, создаем 100% защищенность. И вы видите, что он хуже приехал. Нет, нет. Нет, никак. Сколько я тебя пробирал? И на работе, и везде, как ты должен работать. Как у тебя, чтобы все в хозяйстве было. Ну, мы для этого стоим. Мы не просто кормим вас. Мы учим всему божественному. В семье. Вы знаете, кто президент. Все, что мы наизусть знали. Ну, видишь, какие у нас правила. Даже глухонемой, там азбука висит. И, чтобы вы лето провели не напрасно. Это напрасно. На русской нации поставили крест. Она никуда не годная. Еще впереди все. Говорит, еще не вечер. Господь силен новое поколение восставить, которая будет жить не так, как мы жили. Так что помолись об этом, чтобы там это ушло, чтобы этого не было. Дело в том, что обвинение на меня идет. Вы понимаете, какую программу в ребенка заложили, теперь он то другое. Это, тогда написали это «Я гомосексуалистом». Вы хохотали тогда еще. Вы помнишь? Да. Кто ему надиктовал это? Я не знаю. Знаете. А кто написал? Тимофей. Ну, Тимофей говорит, я написал печатные буквы, но ребенок-то такой вот. Но они ему говорили, он не знает, что это такое. И здесь положил, я гомосексуалистом-то это написал. Он не знает значения слова. Этого никогда не было. Ну, то есть от кого-то услышал? А? От кого-то услышал? От кого-то услышал? Ну, от кого-то здесь он сказал, не слышал да, такое, здесь не услышал то. И они начинают, ребята так говорят, тут не узнаешь никак. Я верю, поэтому если это обман, то обман уже я буду говорить. Поэтому я постараюсь так сказать, что не было, и на этом вопрос закрытый. Верить одному ребенку без свидетелей ни один судья не будет. Но пятно, кажется, повисло в воздухе. А мне не надо, наш лагерь всегда был чист. У нас не было, вот где живут девочки кельи, даже мальчики напротив кельи не могут пройти. Это запрещено. Даже во время игры, что друг друга не прикоснулись. Они играют. Ты помнишь, как закрыли здесь, что тут было? Оторвать крючок. Кто это сделал? Не заходить больше сюда, где играли в теннис. При тебе это было? Ну, ты знаешь, как мы смотрим. Зачем я это делаю? Чтобы вам было хорошо. Теперь вот здесь будет настелен пол. Тут какой будет? В шалаше-то.
это одно удовольствие для ребят. Конечно, много труда положили. Если когда-то коснется здесь быть. Ну вот так. Так что мы на законном основании поговорили во славу Божию. Ты смотришь интернет-то? Да. Видишь? Я видел свадьбу. Видел. Ну, красиво. А что тут сказать-то? Ну, а кроме того, еще появляются новые ролики, которые не выставлены, в которых ты участник. Ты сам себя там видишь. Тебе не стыдно показать, какие ролики? Так, ну пойдемте. Поговорили. А как он вас, Андрей-то, нашел, что с вами шел? Это у меня жена в больнице работает. Ага, она, работает. Настя, просто к ним ходили, у них не было врача на участке, и они там как-то познакомились. Ну, а ну, она просто попросила привезти. Ну, позвонила, ну, можешь привезти? Ну, могу. Привезти. Иди. Помещаются все. Все. Смотришь для меня так красительно. Все, складывает, он не может открыть. Он не знает, как мы начинаем. Он не слышит. Он не слышит. Он глухонемый. Он не слышит, что он тут мучает. Робот собирается ехать. Слава нет. Это у тебя снова пришел. Нифига. Да тут пол деревни у стены. Да я говорю. Потому что ты скоро деревню. Пол деревни у стены будет. Да, была потерянка с какой-то. Ну давайте, садитесь в машину. Надя, Надя, к дверям не подходи, пусть садятся. Так, пацаны. Слышите, пацаны, втроем назад. Поняли? Девчонки там сядут средним рядом. О, мы поболтаем с Ваньком. Ваня, заходи. Не подходи, что не едешь. Мне сказали ехать до дома моего. Ну не надо, сказать, не надо. Ну мне разрешили. Я не разрешаю, я не разрешаю, отойди в сторону. Если что, довезем там. Не надо, до дома дать, не надо. Пожалуйста, садись, я сказал, я хозяин. Вы уже потаены. Во славу Божию. Ну, счастливо. Будем молиться, чтобы Господь сохранил. Спасибо, Господи. Слава Христу. Мы старались как могли. Вы видите, у нас все время варьируется и труд, и все. За это вам спасибо. Да. Потому что, ну, я вижу, что да. Вот он первые особенно дни, он нормальный, вменяемый, да. Все. Тут, конечно, потом... Ну, потом, это надо создать вот. Домашнюю обстановку, чтобы содействовало этому. Понятно. Мы же день и ночь с ними занимаемся. 4 раза в день полная разборка. Где не так? Мы ничего не упускаем. Мы показываем последующее, что за этим последует. Ты не должен быть таким, чтобы родители радовались тебе. У него в любом случае так иначе откладывается. Да, конечно. Вот. Поэтому не сегодня, не завтра, там когда-то оно... Ну все, хорошо. Все. Во славу Божию. До свидания. До свидания. С Богом. Храни вас Господь. До свидания. Все. Все. Работали еле, все как надо. Плавали там. Вот. А там вон костер-то, вон. Вон. Там огонь. Да благословит Господь вас. Во славу Божию. Надя, не ходи туда. Вернись. Подожди, уйдут тогда. Как не слышаю аккурат. Все. До свидания. И поехали. Я знаю, что...